Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можешь, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, и играть готов любую роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один. Все тонет в фарисействе, жизнь прожить не более.